хорошие. И снова с вами магазин Лючитру. Серебряные украшения. И сегодня, смотрите, какая необычная тема. У нас есть такое понимание, мы все к ним привыкли, как знаки зодиака. Да? Знаки зодиака – это когда астрологический год разделен на 12 секторов астрологами, и каждому по дате рождения относится знак зодиака. А в славянской мифологии существовал Сварожский круг. В принципе, ну, приблизительно похожая система тоже. Видите, вот этот Сварожский круг. У нас здесь все нарисованы знаки. Их 16. То есть, если в зодиакальном цикле у нас месяц 30 дней, то в Сварожском круге месяц длится 22-23 дня. И в зависимости от этого, от сочетания планет, от того, как воздействуют тысячелетиями, люди изучали, да, славяне, они пришли к вот такому вот знаку Сварожского круга, когда каждый знак зодиака, ну, каждому наделен тоже, имеет название, да, рожден. Вот, например, мы берем даты с 20 сентября по 12 октября. Вам покровительствует бог Рамхат и вепрь, чертог вепрь. Чертог характеризует чертог девы и вепря, то есть дева это по зодиакальному знаку, а вепрь по славянскому, да? И читаем характеристики. То есть если человек, рожденный в этот период, чувствует стремление к познанию окружающего мира во всем его многообразии, люди, рожденные в данных чертогах, не признают давление на себя при принятии решений и сами стремятся быть лидерами, чтобы самостоятельно решать все вопросы. То есть основная характеристика людей, рожденных вот в этот период. Да? Мне кажется, если вы вот прочитали, при своей дате вот эту характеристику и понимаете, что это прям ваше, значит, это ваш оберег, и он будет вас вот нести по жизни именно с такими характеристиками. Поэтому, я думаю, имеет смысл присмотреться, что помимо вот таких характеристик, но это еще просто красивые ювелирные изделия. И мы с вами уходим, я опять же сейчас про тех, кто у нас относится к славянской мифологии, да, по рождению. Мы немножко будем переходить на свою систему ценностей, а не за знаки зодиака, которая все-таки является общепринятой. Я думаю, что имеет смысл к этому присмотреться. Я, видите, как вот случайным методом взяла опять же свастику, и начнутся сейчас, наверное, опять много писем о том, что свастика, которую использовал Гитлер, ведь это была такая тоже, знаете, стратегия для того, чтобы славянскую символику считать нам враждебной, чтобы наш внутренний дух поссорить с нашими историческими предками. Да? Поэтому давайте будем внимательнее к истории, к своей природе, то, где мы родились, то, что мы несем все через поколение. Да? И поэтому мы решили вот такой темой расширить наш ассортимент. Я говорю, помимо того, что это красивое украшение, это хороший такой подарок, который дает задуматься о своей принадлежности, о своих лучших чертах и, возможно, этим воспользоваться. Изделие эти делает завод Альтаир, да, питерский. Они начали эту тему. У нас будет еще тема подвесок, тотемов и от компании Сереброника. Смотрите. И здесь очень удобно, что на каждом таком обереге, чертоге есть описание по датам. То есть вы всегда можете выбрать по датам рождения. Поэтому дарить очень удобно. Знаете человека, знаете его дату рождения, подарили вот такую вещь. Это опять же такой дополнительный стимул немножко узнать про себя, прочитать, что вам было дано судьбой, какие черты у вас должны были развиваться, а может быть вы их где-то там позабыли и позабросили, дайте эту энергию, и немножко к ней вернуть. Так вот, начнем мы по месяцам. Начали мы с первого, вепрь. В принципе, внешне, смотрите, они очень похожи. То есть здесь нарисован вот этот круг всех знаков Сварожского календаря, да, и в центре идет ваш знак. На каждой подвесочке у нас есть описание, в какой период вы родились. С 13.07 по 28.00. Ой, здесь неправильно вот этот. Он на 12 дней, по 4.08 он. Это как раз мой знак. Чертог раса. Так, читаем, о чем. Сейчас скажу, похоже или нет. Чертог орла и раса. Люди, рожденные в данных чертогах, добродушны и доброжелательны. В них очень развито чувство покровительства. Обучение и познание дается этим людям легко. Ну, вот это, видимо, черты, которые даны мне были при рождении. Какие-то я оставила. Насчет обучения не могу сказать, что прям легко, но, в принципе, люблю учиться, нравится. Так что, если ёкнуло сердечко на это описание, думаю, имеет смысл присмотреться. Дальше мы смотрим
рожденные 1 февраля, 25 февраля. Я, видите, рандомно выбираю. Чертог медведя, медведя и бусла. Люди, рожденные в данных чертогах, добролюбивы по своей природе. Их постоянное стремление облагородить все вокруг себя. Они создают во благо своего рода и при созданном достатке в своем роду стараются иметь богатое потомство. Видите, ну тоже такая интересная символика. То есть, я думаю, есть чем заняться, есть чем себя заинтересовать. Вот изучением славянской мифологии, почему и нет. Превосходный подарок. Дальше дату рождения смотрим. 7 мая, 30 мая. Чертоги Тура и Лося. Люди, рожденные в данных чертогах, трудолюбивы, постоянно заняты каким-то трудом, даже если этот труд однообразен. Их внутренняя сущность как бы пробуждается к жизни с началом весны, а когда наступает новолетие, их творческий подход к жизни впадает в спячку. Интересные, да, такие варианты? Поэтому, мне кажется, хорошенький подарок. И к ним мы подобрали вот такие цепочки. Я немножко сейчас уйду от темы. Посмотрите, насколько это эффектно, мне кажется, смотрится, да? Смотрите, причем как вариант это можно дарить как мужчинам, так и женщинам. То есть хороший новогодний подарок. Большая здесь достаточно петелька. Ну что, я не знаю, все знаки прочитать. В принципе, вот эта информация, чертог щуки и лебедя. Это знаки родились с 12 октября по 3 ноября. Это как раз только что закончился. Чертог щуки и лебедя. Люди, рожденные в данных чертогах, стремятся к спокойной, размеренной жизни, традиционному укладу, наполненному чувственными переживаниями. Для них самой трудной задачей является принятие важного решения. Может быть, как раз это именно этот знак, который поможет вам принять данное решение. И хочется найти, наверное, тех, кто родился вот именно в сегодняшний период. Я сейчас быстренько попробую это сделать. Это у нас интересует ноябрь, да? У кого сейчас вот недавно был день рождения, это у нас январь. Вот, смотрите, с 3 ноября по 24. Бог покровительства Макош. Или Макош, неправильно как читаю, не знаю. Смотрите, интересный, да, тоже чертог. Чертог щуки и лебедя. Люди, рожденные в данных чертогах, стремятся к спокойному, размеренной, к спокойной, размеренной жизни, к традиционному укладу, наполненными чувственными переживаниями. Для них самой трудной задачей является принятие важного решения. Ну, к размеренному укладу, да. Поэтому, знаете, мне кажется, надо ориентироваться на то, что, над чем ёкнет ваше сердечко. Если вы действительно похожи, или вам хочется, наоборот, приобрести эти черты, я думаю, тогда имеет смысл покупать и чувствовать на себе защиту этого оберега. Но в это надо определенно верить. Так что всего хорошего. Читайте, на сайте есть вся информация. А мы ждем вас в нашем магазине. Всего хорошего.